Привет, друзья, всем на канале Сельчанка в Америке. Я вот себя поймал на мысли, друзья. Вот мне с детства я люблю собак. С детства у нас всегда овчарки. И Инга была, и Пальма была. И уже на Западной Украине у меня был собака, Дик звали. И я себя поймал, вот только что иду, прогуливаемся с собаками. И поймал себя на мысли, что вот я живу сейчас, на данный момент в США, я в Америке. Мне 40 лет. Уже 40 лет, друзья. И со мной две собаки. Просто вот добежал мысль, вот так сам себя поймал. Или эта мысль меня поймала. Вот так. С детства собаки, и где б ты не был, они с тобой. Рексенька. Рексик. О, Вандочка. Рекс. Здоров. Здоров, мужик. Все нормально? Красавец. Не? Красотулька ты наш. Рексюнька. А непослушный. Вот, друзья, кто не видел, еще на нашем канале, ну, мы снимали уже не раз. Тут вокруг нас фермерские земли. И вот здесь стоит не одна вот такая качалка, помпа, кто как называет. Мотор, я вижу, стоит дизельный. И сразу он здесь газ, если вдруг что-то, они на газ переключают его. Американцы называют oil pump. То есть они, как если на наши, то это масляные помпы. Масло качают. Но это же достается нефть, наверное. Я не эксперт поэтому, но это постоянно работает. Сюда сервис постоянно приезжает. Бочки, солярку, все привозит. Бывает, что обрезает эти трубы, оно останавливает. Приезжает такой специальный кран. Там 100 колес на нем. Ставлю тут вышку такую. И тянут, вытаскивают трубу, ставят другую, и опять пошла. В общем, это для тех, кто еще не знает, не видел у нас. Вот с собачками прогуляться решил. Всегда прогуливаюсь. У нас это как добрый день. Потому что если держать собак и с ними не гулять, то я не знаю. Ну, в моей практике, в моей жизни такого не было. Я ну, вот посмотрю на попугая в клетке у нас, Кешка. Но мне его жалко. Он всегда сидит возле зеркальца, там что-то смотрит, всегда что-то там говорит сам собой. То есть, ну и выпустить его, чтобы он по дому летал. Вы же знаете, у нас там пушики, мурики, валерки, они сразу вычислят его. Смотрите, какая, какой дизайн. Вот летом зелененькое все, а сейчас идешь, просто все золотое. Красотень. Скажу, друзья, насчет жилья. Вот те, кто живут в Америке или планируют ехать сюда. Сейчас вот даже у нас в Мичигане, вот мы нашли две квартиры по хорошей цене. Кто-то будет говорить, это дорого. Конечно, для тех людей, которые живут где-то за границей, и Украина, Россия и все те страны, то может там оно для так оно смотрится и дорого.
Но тут это нормальная цена, хорошая цена. И уже нету. Уже нет, просто повезло. Просто это после... Ну так Бог устроил. А вот Володе просто последнее мгновение, можно сказать, я это мысли, это я уже стоял подписывать на той дуплекс, на те старые, такой домик, кто смотрел видео, знает. То просто реально говорю, можно я съезжу туда, потому что я там не был, была там Наташа. И вот так я зашел и сразу достаю. Он сказал, есть, трехкомнатная. Это просто чудо. Я поехал. И сразу деньги достал ему. Говорю, я беру. Депозит. Или как оно там будет. Задаток, наверное. Дал и все. $600. Тут так делают. То есть, если машину приехал смотреть, ты ее не, ну как бы нет у тебя денег или нет средства передвинуть ее или пригнать домой, то даешь человеку $100 или там $500, и он, конечно, тебе уже их не вернет, потому что задатки не возвращаются. Хотя зависит от человека. Есть некоторые, которые требуют, и ты, чтобы с ним не, то есть, чтобы тебе с ним проблем не было, ну зачем доказывать кому-то, что он приехал, вот это, там, полицейскими еще связываться. Это просто люди отдают и все, не морчи мне головой. А вот эти деревья помечают, будут срезать их. Так вот, сейчас квартир, обращалось ко мне несколько людей насчет квартир. Помоги, помоги, тут из наших местных людей. Все, я писал с теми людьми, нету, и никто не собирается на данный момент пока куда-то там выезжать. Может статься так, что внезапно там вдруг что-то произойдет и человек уезжает, а так никто не планирует у них по документах, и это не к лучшему, потому что если она в график свой смотрит и у нее нету там по значке, что человек до какого-то числа и будет выезжать, до месяца, например, февраль, да, там март-апрель, то у нее нету. Я сказала, что я дам знать, если будет. То есть, а потом, уже весной, это уже будет еще напряженка. И цены может даже поднять. Так что повезло просто с теми квартирами. И классно, вот, например, у Володи что-то холодильник, морозиловочка, морозильное отделение, что-то там оно не сильно так холодило. Все, заказали новый холодильник. Так что классно. Очень классно, что нашли мы им квартиру. Еще у нас Оксана. Еще ей надо найти. Потому что тоже 6 человек. И это не так просто. Сейчас человек сказал, что там до мая, они, наверное, или до какого, до первого месяца лета. И все. А там надо выбираться. А куда выбираться? Надо срочно найти квартиру. То я на Наташу говорю, ты уже должна на очереди везде став. Ну, они, видите, как хитруют. Например, есть квартира в объявлении или квартиры. Ты едешь туда. Они сразу тебе, да, хорошо, есть у нас... Дают тебе аппликацию, заполнить аппликацию. Аппликация стоит $50. То есть аппликация на мужа и аппликация на жену. Так, $100. Ну, это еще не гарантия, что они тебе дадут ее, но ты должен это все заплатить. То есть на одних аппликациях они зарабатывают деньги. А что это такое? Ничего себе. Да, вот так зарабатывают. А вот тут, там, где я снял Володи, там, где мы взяли, никаких аппликаций, ничего. Круто вообще. Так как частный дом просто. Просто так, как будто ты с частником рука в руку, с глазу на глаз договорился, и все. Ничего там, никто абсолютно. Супер просто. Так что вот так везде хотят заработать.
Это 50 долларов еще, наверное, дешево. Ей по 70, наверное, мне кажется. 100, наверное, баксов есть за аппликацию. Там уже то... Я такое даже не смотрю. Ты еще не смотрел апартменты, то есть она уже тебе прислала аппликацию, на, заполняй. То есть сразу заплатишь и это. Так я еще не ходил там ногой, может мне не понравится. Хитрые такие. Люди, наверное, забываются, что они все-таки не бессмертные. Все-таки время, да, как листок на дереве. Есть он зелененький, молоденький, потом желтенький и отпал. И все, его нету. На следующее лето вырастет другой. Вот люди, наверное, забываются, что мы тут как гости. Ладно, если бы там жили по 1000 лет, там не знаю. А то так живут, интересно. Рекс. Рексюнька. Ты послушный, а? Ты джентльмен. Давай лапу. Лапу. Дай лапу. Рексюнька. Да. Ну давай. Здорово. Что-то занюхал, что-то он там нюхает. Ландочка сейчас. Ландочка. Ой. Давай. Вот так. Молодец. Мужик настоящий. Джентльмен, к детям своим наведуешься, то ванточка на элементы подаст. Ну, скажи, я не бросал же ее. Он всегда к ним наведуется. Только двери откройте. Сразу там подбежал, ногу поднял. Ну, вы поняли, да? Привет им всем передал. Миски проверил. Что смачное, косточка лежит у ванточки, забрал. И пошел. Все, проведал. Сейчас пойду, буду палатку сложивать. Палатка нормальная-то. Не мечта, конечно. Как говорят на дома, да, люди. Купил дом, говорит, ну не мечта, но жить можно. Но. Классно в Америке, друзья. Кто-то спрашивал, там писал насчет запчастей. Не запчасти, а инструмента. В Америке классно. Когда мы приехали, может, уже везде так, но тогда не было. То есть покупаешь ключи, набор ключей, головки, вот эти накидные ключики, все там, короче, комплект. Пожизненная гарантия. То есть главное не потерять ее. Если потерял, то уже тебе никто не вернет. Как же не вернет? Кто ты? Докажешь, что она у тебя была. Но если там она скрутилась или лопнула там, или там вороток у тебя уже, трещотка не работает, просто идешь в магазин, где есть эта фирма, и новенький тебе снимает прямо с прилавка из этого, из рядов. И отдает тебе. А тот забирает. В мусорник там или куда они, может, они переделывают их, не знаю. То есть насчет этого тут классно. Надо смотреть, чтобы была пожизненная гарантия. И все. Вот такая фирма классная, Craftsman. Такой красный, красные такие логотипы. То я постоянно ими пользуюсь. Хорошие они. Хорошие, крепкие. Так что, вот такие дела. Сегодня Володя поехал там смотреть машину. Мы нашли 2005 год. Субара. Не знаю, что-то там я ему подсказал, сказал, вот так делай. То просто не хотелось туда ехать. То я ему сказал, то он поехал, проехался. Все сделал. Через переводчик там будет говорить, общаться. Говорю, учись сам, чтобы ты не был зависим ни от кого. Не можешь говорить, люди тебя поймут. Если человек хочет с тобой вести диалог, он все найдет. И переводчик найдет. То есть, американец.
Он будет с тобой общаться. Так что на первое время нужно, друзья, такую не надо, там дорогую эту машину. А спрашивают все за ту машину, которую мы покупали Катрусе. Да, мы купили. Вы же видели все. Я сделал ее. Но она маленькая. Для семьи семья решила большую. Ну, потому что реально минивэн, ну ты же не присчитаешь. Да. Honda Odyssey и Chevrolet Cruze. Ну, маленький. Моторчик 1.4. То есть это так, для студентов. Ну, думалось на первое время, конечно, пошло, но если... А если есть возможность взять что-то другое, ну, что бы не. Ну, в общем, да, они взяли. Так что... А ту беленькую мы продали. Продали и все. Так что все хорошо, друзья. Сейчас ищем для Оксаны машину. Им транспорт надо тоже такой, как у Катруси. Потому что у них 6 человек. И уже взрослые такие. Как бы. Ну, им легче. Корситов не надо. Вот это всякое. Оно. Семиместную машинку им надо найти. Вот пока ищем, но вы видели, какие люди выставляют. Вот, например, человек продает... И вот такие перекупщики, как дедушка-волшебник с прошлой серии, помните? Он быстро, у него есть лицензия, он скупает это, поехал там, сторговался, забрал за свою цену. Притянул ее, баллончиком подкрасил, и все, и он считает, что она стала новая, ноль пробега. И такую цену, 7900, наверное, или сколько за авто? Ржавая корыта. Ну, вот так делают. И так быстро их скупают. Тот человек только выставит, частник какой-то, хотят продать. И вот такие быстро перекупы забирают ее. Ты просто не успеваешь за ними. Потом наставляют около себя этих машин. И люди идут, ну что ж, уже мусишь. Что? Что-то хотел сказать? Рексик. Рексенька. Красавец ты наш. Так что вот так. Да, еще спрашивает за нашу Криску кошечку. Так что все никак забываю все сказать про нее. Мы ее отдали людям. Хорошим людям, друзья, разом вместе с котятами. Потому что она, ну, вести ее на операцию, вот так само, как и Ванда. Я не хочу, чтобы их резали там, ну, кастрировали, или как называется. То есть я решил, говорю, давайте отдадим. Вот они хотят, чтобы у них были котята, то есть американцы. И вместе с котятами ее забрали. Все с ней хорошо, все четко. Мы даже проведывали. Рекс. Так что вот так. Просто не надо было брать. Они взяли кошку. Зачем? Она же вас засыпет. Она через сколько? Так же быстро, наверное. Месяц, наверное. Каждый месяц, наверное, готовая была приносить котят. Да, то у нас одного соседка забрала. Полицейский муж у нее пришла сюда, она проходивается так. И как раз они, котята эти были, два. То Муруля остался у нас, а того, как тигрик, она забрала себе. Дети ее упросили и забрали. Да. Так что вот так. Зачем резать животное? Это, мне кажется, ну ладно, еще я понимаю, ну, кобелей там кастрировать, там, это всегда было, там, свиней, ну, как всегда, животные всегда, и собак, там, и свиньи, и быки, там, и кони,
Это все, ну как-то оно, не знаю, если мужской пол, но если женский уже пол вот это делать, то я считаю, что это, не знаю даже, что даже считать. Вандочка уже хочет к малышам. Погодка у нас сегодня хорошая. Курки у нас свобода, посмотрите. Бегают, траву скубают. Все классно. Так, пошли, ребята. Вандушка, ты еще куда-то хотела? Так уже ж хватит. Девочка. Давай. Рекс, не ты. Ну, загляну сюда, до сих барбосы. А что-то тапки у вас, ребята? Вот этот красивенький, долгошерстный пуцвенок. Так, Рекс. Рекс, поди. Вперед. Вандочка остается. Все. О, павлинчики закричали. Рекс. Рекс. Поди. Давай. Пошел. О, вот он уже послушный. А тоже надо было ловить. Так что вот так, друзья. Там у него сено. Ему там тепло, хорошо. Так что. А там пока квартирка занята. Ну, Ванда отсудила у тебя твою комнату. Все. Ты сейчас в холостяцкой. Холостяцкая избушка у тебя, Рексюнька. Так что вот такие дела, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.